Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Ипатенко Анна, магистрант первого курса, специальность электронное правительство. Уважаемый Александр Григорьевич, в свободное от учебы время я работаю в организации, занимающейся таможенной деятельностью. На сегодняшний день огромную роль играет важность и значимость ротации кадров. И на самом деле на сегодняшний день прослеживается такая тенденция, когда на руководящие должности назначаются люди, которые на 5-10 лет младше людей, которые назначались ранее. То есть политика омоложения кадров, она прослеживается абсолютно на всех уровнях. И вот меня, безусловно, как молодого специалиста, очень интересует ваше мнение. Вот как вы считаете, чем мы, молодое поколение, отличаемся от наших более старших, опытных коллег? И вот какой бесценный опыт мы могли бы у них перенять? Спасибо. Анна, ты магистрант? Да. Это что такое? Уважаемый Александр Григорьевич, я надеюсь, что спустя 5-10 лет за моими плечами уже будет настолько значительный трудовой стаж, что я смогу достойно занимать должность управленца. Ну, я тоже на это надеюсь. Но что такое магистрант? Это вторая высшая ступень образования, получение высшего образования. А первая? Оконченная. Это бакалавриат, а магистратура, как я понимаю, это уже оконченное высшее образование. А если ты становишься бакалавром, это еще ты недоделанный, да, специалист? Да. Да, Наталья Ивановна. Печально слышать. Я не знаю, что министр образования смеется. Все умные такие были. Побежали за западным образованием. Вот бакалавриат – это первая ступень магистратуры. Это вторая. Если ты закончил вуз, самое принципиальное, то ты не специалист. Тебе надо еще магистратуру закончить. Тогда ты будешь иметь высшее образование. В этом была суть. Ну и когда к этому подошли, группа работала целая специалистов, чтобы дать заключение мне, когда я подверг это сомнению, надо это нам или нет. Ну и что удивительно, практически все пришедшие ко мне на совещание заявили о том, да нет, Александр Жорж, да у нас такое образование, да зачем это нужно? Человек, закончивший вуз, 5-4 курса, как мы с тобой когда-то, он специалист, он получил высшее образование. Тогда магистрант это кто? Начали думать, гадать, я поручил прекратить этот разбор. Человек, закончивший вуз, это уже специалист. Он имеет высшее образование. Что будем делать с магистратурой? Пожалуйста, кто хочет заниматься наукой и продвигаться дальше, быть на голову выше вузовского специалиста, пусть идет в магистратуру. Магистрант, магистратура – это для тех, кто будет заниматься наукой. Наука нужна и в таможенных органах. Поэтому они от тебя хотели услышать ответ о том, что ты закончил магистратуру в течение года, станешь аспирантом, напишешь кандидатскую диссертацию, может, параллельно работая в таможенных органах, и, получив этот опыт знания, продвинешь таможню на такую высоту, что мне думать не надо будет, как там бороться с коррупцией и еще чего-то. И это было поручено всем, почему я и задаю вопрос главе администрации. Вы говорите, чем вы отличаетесь от тех опытных людей, Натальи Ивановны, вашего ректора и так далее. Я вам скажу, чем. Вы малоопытны, но вы амбициозны, как когда-то были мы. Вы не обладаете тем комплексом знаний, которым обладаем мы. Не только. Теоретически вы, может, даже больше знаете, чем мы, потому что это свежо у вас. У вас свежие знания, более приспособленные к современным требованиям. Вы этим и отличаетесь. Желанием. Вы устремлены в будущее. Вы хотите что-то перевернуть, творить, что-то сделать.